потомственный парикмахер в третьем поколении. Мальчик в 10 лет начал свою карьеру, а в 14 лет уже объехал всю Великобританию со своими гастролями. Сегодня в гостях у проекта Fashion Bambashan. Джанис Кумачи, hello. Nice to meet you. Джани, что ты знаешь о своих одесских корнях? Я знаю, что твоя прабабушка жила здесь, и это в 16 году прошлого века была некой трагедией, почему семья эмигрировала. Во-первых, я безумно благодарен, что позвали меня быть частью вашей академии. Это очень эмоциональная поездка для меня, так как мои прапрародители, которых звали Ребекка и Лазарь, они являлись частью еврейской комьюнити. И в 1903 году они убежали на корабле в Великобританию после трагичных событий. И я еще раз очень благодарен быть частью этой поездки. Джани, всю свою творческую жизнь ты прожил в Лондоне. Недавно ты переехал в Рим, а Рим, как известно, это самый красивый город в мире. Что тебя сподвигло на этот переезд? Да, это правда. Я жил в Лондоне 25 лет, но в прошлом году мы переехали немножечко за Рим, так как я женат на потрясающей итальянской женщине, у нас есть маленькая дочь. Во время ковида и локдаунов я ясно понял, что я хочу поддерживать свою семью и хочу забрать их из Лондона. Это самая первая причина, и проходя через это все, у меня новый опыт по части креативности. So our initial reason was to do this for the COVID period. Итальянский стиль в формах стрижек не так креативен. Что бы ты изменил в итальянцах? Я думаю, что история итальянцев происходит не изнутри, а из полного образа. И прическа является частью этого уравнения. Я думаю, что между англичанами и итальянцами разная креативность, и у них это все идет изнутри. И когда я путешествую, мне нравится развенчивать стереотипы. Важно создавать форму, идущую изнутри, а не снаружи. Джани, ты стал голосом еще живого Видал Сасуна, представляя его на мировых сценах. Что ты чувствовал, будучи себя весьма молодым человеком, когда на тебя возложили такую огромную ответственность представлять мировое имя перед всеми людьми на земле? Я был очень удачлив с ним познакомиться. Когда я с ним познакомился, мне было 18 лет. Мы познакомились снаружи самой компании. У нас с ним была переписка. Я писал ему, он мне отвечал. Когда мне было 22 года, я создал прическу, которая была признана в мировой общественности. И Видал пригласил меня в свой личный дом в Лос-Анджелесе. Я пожил у него какое-то время, и он стал мне больше ментором и близким другом, чем боссом. Во-первых, я чувствовал облегчение, потому что я понимал, что это часть моей судьбы. И я был очень рад нести голос Видала по всему миру. Это была для меня привилегия. И возвращаясь к вопросу, я хочу сказать, что у меня было два чувства. Это облегчение, что есть возможность так работать, и гордость, что я могу работать. Джани, как ты думаешь, чем руководствовался Видал, отдавая тебе именно креативную часть в своей академии? Все-таки креатив — это в большей степени исходит из опыта, из мировоззрения. Ты же молодой парень, и Видал Сасуна дает тебе самое важное — это часть его сердца. Я думаю, мне тяжело говорить, что руководствовала им, но мы переписывались, и он постоянно выделял мою работу в письмах. Сейчас, когда я стал старше,
с большим опытом, я понимаю, что тогда он видел во мне потенциал, потому что я салонный парикмахер, а не из академии. То есть я никогда не учился академически. Я посол салонного парикмахерства. A strong ambassador of salon work. Все же, Джани, скажи, ты был достаточно юн, а у юных людей в это время в голове, в их мыслях пойти в клуб, пойти на дискотеку, пойти развлечься в ресторан. Ты же уже занялся тем, что требовало от тебя строгой дисциплины. Не хотелось ли тебе, или каким образом ты совмещал две жизни, или ты отставил все развлечения на потом? That's a great question. Yeah, very good questions. Thank you. Very good. Когда я был маленький, когда я был молод, с 9-10 у меня не было привычного детства, потому что я начал стричь волосы с 10 лет, и уже с 13-14 лет я ездил в тур и на сцене делал стрижки. Примерно в 19-20 лет я стал самым молодым креативным директором Vidal Sassoon. И примерно к началу своих 30 лет я не веселился в привычном понимании этого слова. Люди иногда называют это жертвой, но для меня это не жертва. Да, я пожертвовал клубами, я пожертвовал вечеринками, но у меня все равно было веселье. Я шел за своим сердцем, я шел за своей страстью, которая является моя работа. И мое сердце, мой мозг, мое тело, они пытались стать лучшим в своем деле. И я не жалею об этой жизни. Я счастлив. I'm very lucky with the life I've had. Джани, создавая образы для церемонии «Оскар», ты же уже понимал на тот момент, что обратной дороги назад нет, что обычным и простым салонным парикмахером ты уже не будешь. Впереди тебя ждала большая, интересная творческая жизнь. Первый вопрос. В 10 лет кто были первые твои звезды? Кого ты стриг? И по прошествии лет, скажи, пожалуйста, каких звезд стрижешь сегодня ты? The way that I see my role. Я хочу рассказать о своей роли в парикмахерском искусстве. Я выполняю одинаково свою работу, когда работаю с простыми людьми, когда работаю с знаменитостями, когда я подметаю пол, когда я преподаю, когда я работаю на Оскаре или когда я просто работаю в салоне. Для меня система ценностей остается одинаковой абсолютно, когда я стригу звезд. В Лос-Анджелесе, да, это была невероятная честь в тот год поехать в Лос-Анджелес и иметь эту привилегию. Я стриг там очень разных людей, но для меня это не было поворотным моментом в моей карьере. Поворотный момент в моей карьере, когда я получил шанс развивать свое искусство. Сейчас, если мы говорим про селебрити, с которыми я работаю с знаменитым фотографом Дэвидом Бейли, с которым мы уже 12 лет, и мы работаем вместе со многими звездами, начиная от музыкантов, таких как Oasis, до кинозвезд, как Дэниел Крейг, или если мы говорим про королевскую семью, принц Гарри. Еще раз повторюсь, что для меня работа с знаменитостями точно такая же, как и с обычными клиентами. I see them very much the same as my regular clients. Джани, Бенедикт Камбербэтчер, Кара Делевинь, Кристофер Бейли, Дэниел Крейг, Дафна Гиннес, Морган Полански, Пол Саймон, Пол Смит, принц Гарри, Томми Хилфигер. Это все очень большие имена. Как тебе удается найти этот диалог, чтобы селебрити тебе доверили сменить имидж и увидеть себя по-другому? The photographer that I work with, David Bailey. Есть причина, почему я работаю с этим потрясающим фотографом Дэвидом Бейли. У нас с ним одинаковая философия в жизни. Нам нужна эмоциональная правда. Когда к нему приходит знаменитость, например, у нас есть час, 15 минут мы просто сидим и разговариваем. И у Дэвида
Бейли, когда он разговаривает, он уже сделал фотографию. У него есть эмоциональная фотография этого человека. Он гений в прочтении людей. И я многому научился у него. Когда приходит человек, мне этого человеку нужна правда, неважно какая это, хорошая или плохая. Поэтому, когда приходит знаменитость, я пытаюсь найти эмоциональную связь с этим человеком. И тут все дело не в эстетическом виде, а в эмоциях. Поэтому знаменитость доверяет мне. И я еще раз повторю, что главное не эстетика, а эмоциональная глубина. Итальянский стиль в формах стрижек не так креативен. Англичане – итальянцы. В чем разница? Ведь уже все формы придуманы. Во-первых, мое вдохновение всегда идет от людей. Нет ничего более интересного и разнообразного, чем люди. Как я уже упоминал в предыдущем ответе, это все на эмоциональном уровне. Поэтому я повторяю свои техники на разных людях. Это как музыка, как музыкальные ноты. Мы можем сказать, что их всего лишь 8, но лучшие музыканты в мире создают музыку из этих 8 нот, но из своего эмоционального опыта, поэтому они такие красивые. И я верю, что вы не можете затронуть чье-то сердце, если у вас от сердца это не идет. So my philosophy, моя философия немного поменялась с тех пор, как я вырос и набрался опыта. Мой подход называется «От сердца к рукам», и этот подход имеет 4 ступени. Во-первых, это сердце, которое эмоционально чувствует. Дальше это идет в мой ум. Я интеллектуализирую идею. Затем идут глаза. Я визуализирую саму идею, а только потом идет к моим рукам, которые помогают мне создавать. Поэтому в своем обучении я всегда делюсь этим подходом из 4 ступеней, потому что не только руки делают работу. Особенно я люблю делиться этим подходом онлайн, в онлайн-обучении, потому что так я могу вдохновить людей по всему миру, потому что парикмахеры в салонах, они в постоянном стрессе, у них 10 клиентов каждый день. И мой подход, я надеюсь, он даст им вдохновение, чтобы расти. Жаня, в своей работе ты остаешься весьма разносторонним. Ты работаешь с клиентами, ты учишь студентов, ты учишь учителей, ты работаешь со звездами. Скажи, а есть ли то, к чему тебе еще хочется притронуться? Я знаю, что и социальные проекты тоже в твоем мире есть. Расскажи, чего хочется Жане еще в этом мире? Что меня действительно стимулирует, это выражать себя постоянно. Например, как вы уже упомянули, преподаватель. Я действительно очень люблю работать в салонах. Мне очень нравится делать фотосъемки. Но есть еще одна область, которую я бы очень хотела попробовать в будущем. Мой личный герой – это Кэрри Вон. Он также парикмахер, и он работает в киноиндустрии. Он работал с такими знаменитыми режиссерами, например, как Стэнли Кубрик. Он был главным стилистом по волосам в фильме «Великий Гэтсби». И мне действительно было бы интересно поработать в киноиндустрии, поработать с париками, с персонажами. Но я также понимаю, что для этого нужно время, чтобы разобраться в этом всем. Но я считаю, это одно из потрясающих форм искусства. Джани, в наше время мир ускорился, практически все отрасли работают соответственно, чтобы процессы происходили очень быстро. Как это коснулось, на твой взгляд, образования? Можно ли сегодня научить быть парикмахером быстрее, чем это было там 5 или 6 или 7 лет назад? I think the world is moving very quickly. Да, Евгений, ты абсолютно прав, что мир двигается сейчас очень быстро, и, конечно же, наша индустрия двигается очень быстро, она ничем не отличается от мира. Но если мы говорим про обучение, я бы тут разделил две вещи. Это
само преподавание, которое очень быстро. Мы можем получить этот месседж, знания с помощью мессенджеров, с помощью Инстаграма, приложений и вообще всех социальных медиа. Но также нужно разделять способность учиться, тогда я бы сказал, что у каждого человека есть своя скорость, по которой он учится. Мы не можем поторапливать человека в его обучении. У нового поколения у него совсем другие ценности, у него совсем другие ожидания. Мы все равно должны их обучать. Я думаю, что 6 лет назад, сейчас и через 6 лет ничего не изменится в плане обучаемости человека. Да, мы можем, опять же, знания давать очень быстро, но я все равно верю, что все дело в практике. Человек постоянно должен практиковаться, чтобы стать лучше. Я считаю, что 10 часов практики должен пройти каждый человек. Джанет, расскажи о философии своего проекта Hidden Intelligence Hairdresser. Что это? The hidden intelligence of a hairdresser is something that Да, моя основная философия моего проекта The Hidden Intelligence of Hairdresser – скрытый интеллект парикмахера. Я сформировал эту философию, когда Apple позвал меня выступать в Лондоне на своей сцене, чтобы я презентовал ее перед людьми. На самом деле там были люди не только из парикмахерской индустрии, там были люди абсолютно разных профессий, разные профессора и так далее. Я говорил про скрытый интеллект парикмахера. Я считаю, что это очень глубокий предмет, так как когда мы знаем все систему образования, она примерно одинаковая во всех странах, как в России, так и в Африке, в Европе и так далее. И школьное образование, оно дает только один вид интеллекта, и это академический интеллект. Вообще, когда я углублялся в изучение интеллекта, это довольно широкая тема. И вот после в школах это все началось после индустриальной революции. Мы знаем, что в школах существует иерархия предметов, начиная с самого верху это математика и науки, затем идут языки и гуманитарные науки, и на самом последнем месте это искусство. Кстати, есть очень хорошее выступление Кина Робинсона на Теди об этом, вы можете посмотреть. Когда ты в школе, на самом деле, если ты не преуспеваешь академически, тогда у тебя не так много вариантов. Если ты человек, который воспринимает информацию визуально, у тебя на самом деле есть всего лишь два варианта, если ты хочешь преуспеть дальше в жизни. Ты выбираешь между строителем или между парикмахером и косметологом. И на самом деле в средней школе я не так хорошо успевал академически. Я не был плохо, я не был отличным, я был что-то среднее. Я очень хорош был в искусстве и очень хорошо был в музыке. Но я понимал, что на самом деле ребята, которые занимаются искусством, они просто, им нужен другой язык обучения. Они учатся визуально. И я хочу сказать, что на этом есть стигма. Поэтому для меня очень важно эту стигму снять с предмета. Если вы обратите внимание, что люди, которые хорошо сдают экзамены, то это, скорее всего, люди, у которых хорошая память. То есть они заучили предмет, и они могут на своем языке его рассказать. Люди чаще всего, которые плохо, если ты не можешь запомнить, если тебе подают информацию не на твоем языке обучения, ты просто не можешь обдумать эту информацию, закрепить ее в своем мозге и потом преуспеть на экзамене. Я могу рассказать, что дать примеры разных форм интеллекта. Мы сегодня говорили про академическую, про эмоциональную, про эстетическую, например, которую мы используем в моде. Я могу продолжать все больше и больше. Но в мире единственный социально признанный интеллект – это академический интеллект. Все с него начинается. Но почему я использую слово «скрытый интеллект парикмахера»? Потому что я понимаю, что человек должен быть высокоинтеллектуальный, чтобы иметь столько задач. Вот, например, вы, да, у вас есть бизнес, у вас есть салоны, 10 салонов по Одессе.
бизнесе. Вы должны знать, как строить этот бизнес. Вы должны знать, как общаться с людьми. Поэтому человек должен быть, правда, высокоинтеллектуальным. И на самом деле, почему я еще затрагиваю эту тему, потому что я хочу вернуть парикмахерам их самоценность. Во-первых, я хочу, чтобы не только общество воспринимало их как высокоинтеллектуальных людей, но также, чтобы они понимали свою ценность, что они меняют человеческие жизни. И вот я считаю, что сейчас время изменений, и это самая основная мотивация моего проекта. And my project of the Hidden Intelligence. Время учиться, друзья, и время учиться у крутых, офигенных преподавателей, которые сегодня приезжают уже к нам сюда, в Украину. Спасибо Джани за этот разговор, спасибо за философию. И, кстати, Джани мне пообещал за то, что я ему сейчас подарю от спонсора нашей программы Мезутани Украин. Джани, это тебе. Oh. Телефон Шарон Стоун. Можно? Okay. Goodbye. Thank you very much.